лагерь. Написано, в 1859 году убийство свиньи поставило Англию и Соединенные Штаты на грань войны. Дело в том, что остров Сан-Хуан, как и остальные острова здесь, этого архипелага, а также территория современного штата Вашингтон, Орегон, затем Британской Колумбии, это провинция Канады, теперешняя, не знаю, Монтана и Айдахо тоже, по-моему, входили, это была территория Орегон. И Соединенные Штаты и Великобритания договорились о том, что они будут позволять своим гражданам совместно осваивать эти земли. Ну вот в один прекрасный момент американский поселенец на этом острове убил свинью английской компании, компании Гудзонова залива. И из-за этого произошел конфликт. В горячую фазу он так и не вошел. Приплыли английские корабли, приплыли сюда американцы, американские пехотинцы, и они поиграли мускулами, постращали друг друга, и потом мирно разошлись. В конце концов территория отошла, был там арбитраж, по-моему, международный. В конце концов территория островов Сан-Хуан отошла Соединенным Штатам. Вообще, это было по 49-й параллели, граница шла до скалистых гор, а затем оттуда была эта общая территория Орегон, которую в конце концов пришлось разделить таким образом. Вот. А остров Ванкувер полностью остался за Канадой, ну а острова Сан-Хуан теперь являются американскими. Отсюда, с острова Сан-Хуан, видно и Канаду, видно и даже столицу Викторию, Британской Колумбии, столица провинции. Вот, видно здание парламента в хорошую погоду, не знаю, сегодня видно будет или нет. Ну, вот так. В 1872 году написано, договорились они в конце концов, что острова отошли Соединенным Штатам. Вот. Ну а здесь находился английский гарнизон. Сейчас посмотрим, что там это все из себя представляет. Блин, я велосипед не удержу, это горки. Ой, с любым спуском будет подъем. Это уже проверено и доказано много раз. Поэтому придется потом на него карабкаться. Ну, вот территория английского лагеря. Здесь какое-то огромное дерево росло. Вот, вон еще одно растет. Ну, это все, что от него осталось. Война, где единственная жертва оказалась свинья. Жалко свинью, конечно. Но и войну это назвать трудно, потому что скорее всего, просто инцидент. Вот так. Вот он блокхаус. Блокгаус по-русски, наверное. Тут флагшток такой. Вот. Где-то здесь была и пристань тоже. Английские сюда, да, должны же были заходить сюда как-то. На велосипеде сегодня я упаковал свой спальный мешок. Вчера он у меня висел здесь впереди на руле, но дело в том, что если едешь на скорости, то он начинает болтать. Я его не привязывал прям к рулю, потому что мне нужно руками, чтобы хват был, оставить место было, поэтому я привязал, чтобы он висел здесь пониже. Вот, ну велосипед начинал резонировать на скорости, оно стрёмно как-то из стороны в сторону его кидает. Этот мешок приходилось руки тогда опускать сюда, так, и его придерживать сбоку. В общем, сегодня я решил с этим не заморачиваться и убрал его в одну из велосумок. Вот так, поместилось все, немножко утрамбовал, но вроде все нормально. Так легче. Я пройду сейчас, посмотрю на этот блокгаус. Интересное сооружение. Здесь, в этом регионе, таких довольно много. Они остались, сохранились. Очень простая конструкция, но конструкция такая крепкая, потому что сколько лет и держится, стоит без проблем, это 1800,
60-х годов. Вот такой вот он. Здесь отлив небольшой. Все, ракушками все камни покрыты. Блин, а бревна-то не гниют. Интересно, их мяли или нет? Не может быть, чтобы 160 лет и стояло вот это строение здесь при постоянных отливах и приливах. Видно, вода ведь доходит сюда. Да. Интересно. Вот такое. Не, наверняка должны были менять, потому что мы не продержались бы бревна так долго. Где скалы? Есть. Там морские звезды. Во время отлива тоже много их. Причем разных цветов. Я помню, когда на Дальнем Востоке жил, сколько у нас было. С пацанами ходили, морских ежей ели. Сырыми. Балбесы были. Причал строился. И мы ходили на эту стройку. Там камни навалены были. Такие большие блоки. И вот мы доставали морских ежей. Ногами чувствуешь. Или ныряешь. Достаешь и выковыриваешь, и ешь. Деликатес. Какие устрицы. Да, морские ежи есть. Вон орел парит. Вон там в небе. Вот так. Это английский лагерь. Там командирские палаты где-то наверху, но я туда не залезу. Людей интересно, никого. Были и те ушли. Вот на каяке, наверное, свободы было бы больше. А вон остров тоже интересный. Вот опять с каяком взял туда, поплыл. Никто и знать не будет, что там остановился переночевать, например, да? Вот сюда, может быть, как-нибудь и приедем. Хотя не нравится мне этот остров тем, что сельским его не назовешь. Это чисто приезжают сюда с большой земли посмотреть, как живут патриции. Вот, и ты можешь взять себе в аренду комнату, дом или еще что посмотреть. Вот, а тут сад такой, офицерский холм называется здесь. Вон он. Это, значит, дом женатого офицера, дом офицера холостяка, дом командира, сержанты, и здесь обеденный холл у них такой был. Вот там жили офицеры, вот на этом холме. Но домов не видно. Видать, ну да. По идее, дома-то должны быть здесь, но их нет. Просто стоят вот такие таблички, наверное. Ага. А что же это за сад такой? Давай посмотрим. Вот, когда-то это выглядело так. Вот он, этот сад. Но сейчас он выглядит совсем не так. Для туристов сделали. Вот, беленький весь такой. Украшен, вылизан. А был он вот таким. Забор был другой, из веток. Все было гораздо попроще. Ну а сейчас вот здесь для нас, наверное, весной все-таки он выглядит получше. Сюда, я думаю, завозят щебенку или что, оно вытоптано все. Здесь садят цветы, еще пока не сезон. Вон там кое-какие уже появились. Так. Жалко, флага нет. Но вообще летом здесь
реконструкцию событий проводят, насколько я читал, слышал. То есть, наверное, флаг тогда висит. А здесь цветы растут без всяких огородов и садов. Вот они, среди прошлогодней листвы. Вот так. Вот он и английский лагерь. Поехали дальше. Ё-моё, груженый велик. Еще в своих сандалетах. Если бы одел обыкновенные кроссовки, было бы легче. Сцепление лучше. А тут, как на коньках, залезаешь. Привет! Ушастый. А вот ананас. Рыбка золотая. Вот еще подводная лодка какая интересная. Один, вон еще двое, по-моему. Да, сначала издалека не понял, что это такое, но они не боятся. Привет! Вон олень, еще один. Привет! Теперь ходи. Я его пропускаю как пешехода, а он не хочет. Ну балбес, ладно. Деревья мхом покрыты. Класс. Ручей бежит. Внизу там красота. И вот с той горки. И карабкаюсь. Вон туда уже почти наверх. Ну тут вдоль всего побережья. Вот такой ландшафт. Солнце. Высоко уже, а вот дерево как поломало. Ух ты, тут, видать, упало. И выворотило дерево по соседству. Вот это тоже. Вон как. Ну не зря я поднимался на эту горку, вон ту, с которой я теперь спускаюсь. Спускаюсь туда. Парк называется Лаймкилн, куда мы въезжаем. Вот тут такие елки, сосны растут с шишками. А вон там вот такой вид. Обалденный. Дорога вот она идет, здесь она петлю делает.
и вон туда опять пойдем. Ну там они такой крутой скалой, здорово, море спокойное, вон Олимпийские горы вдали виднеются. Ну а мы едем дальше. Прислали Welcome to Canada. Добро пожаловать в Канаду. Ошиблись, ребята. В Канаду я не приезжал. Но Канада недалеко здесь. Вот. Там зоопарк, зверинец, я туда не пойду. Как на пароме. Такие голоса слышно. Полно людей. Я уже от этого отвык. Поеду дальше. Ну, вот так. Такая мелочь. Канада. Нет, не Канада. Рядом она совсем. Поэтому добивают, видать, сотовые вышки сюда. Вон она, Канада, виднеется. Скалы, ветер дует, хорошо дует. То Британская Колумбия. Вон там и дома видно, это Виктория. Пролив Хуана де Фуки. Олимпийские горы, вон они. Ну а нам вот сюда надо будет карабкаться в эту горку. Такой шотландский пейзаж здесь. Ну, не шотландский, наверное, вашингтонский, так он и есть. В принципе, любую информацию можно подать под разными углами, но я не люблю, когда ее подают сознательно предвзято, пытаясь кого-то унизить или показать свое мнимое превосходство. Один крендель как-то написал, что, мол, выехал в начале 90-х в Польшу, из, как он выразился, совка, и был просто поражен польскими дорогами. Мол, ни ям, ни луж тебе, тех полосы офигенной ширины, цивилизованные водители, улыбающиеся в 32 зуба и тому подобное. В таких случаях во мне просыпается циник. Водители бывают разные, везде. Большинство из них адекватные, как люди в целом, тоже везде. Что касается дорог, то я думаю, польским дорогам до американских, как до Киева, простите, раком. Ну и здесь далеко не везде есть широкая техническая полоса. Или техническая полоса вообще. То же самое с велодорожками. Ну да, они есть. Но они есть там, где есть туристы. А потому и ограничены, как правило, туристическими центрами и маршрутами. Часто это просто техполоса, помеченная как велодорожка. Местами переделывают старые железнодорожные маршруты велосипедные. Их постепенно становится больше, но по одним велодорожкам не наездишься точно. Это, наверное, все равно, что открывать для себя Москву, гуляя только по Арбату. Ну а в таких местах, как остров Сан-Хуан, даже несмотря на то, что туристов хватает, ни Арбата, ни велодорожек нет. Яйца на продажу $6 за 12 штук. Кому интересно, цена такая здесь в Америке, ну да, стандартная. Такие, которые в частных домах. Вон стоит кулер, ящик, там лежат яйца. Вставляешь деньги в ту коробку, кладешь, берешь яйца и уезжаешь. Работает. Я думаю, обманывать людям здесь незачем. Сюда приезжают люди с деньгами, как правило. Вот, воровать некому. А может, спутник наблюдает, не знаю, видеокамеры где-то спрятаны в лесу. Нет. Это я так, в шутку. Ну да, вот так вот. И дрова тоже. Не дрова, а вон щепки для того, чтобы разводить костер. Сбоку те $5 связка. Вот так. Бывает, едешь в состоянии мусин. Мыслей никаких. А бывает, мысли кружатся роем в голове. Слухи все не выскажешь, как и не покажешь на камеру то, что видишь своими глазами. Хоть у кого-то получается лучше, у кого-то хуже. И дело даже не в словарном запасе. Трудно передать мое настроение в этот день. Казалось бы, все хорошо, чисто, красиво, и даже дождь, которым нам грозили, так и не разродился. Но остров Сан-Хуан в этот раз мне не понравился.
взвесив за и против, оценив свои силы на следующий день, я просто не захотел там оставаться. Это как в той песне, пейзажи как во сне. Но чем замазать тоску по месту, где нас нет? Как правило, я радуюсь тому, что есть. Но Гавань Роуч с ее эксклюзивностью и пустой вылизанностью подействовала на меня удручающе. Честно. Заборы тоже. Вообще, владение землей или любыми природными ресурсами – целая тема. Я не философ, но если вдуматься, ни природные ресурсы, ни земля, а это природный ресурс, не должны и не могут принадлежать какому-то лицу. Я понимаю участок земли, на котором стоит твой дом, ну или огород, который ты возделываешь. Но целые гектары земли, огороженные от людей для того, чтобы им можно было в подходящий момент спокульнуть, это просто свинство. Может, вернусь когда-нибудь на этот остров, посмотрю на все под другим углом, но, увы, не в этот раз. Камень увидел такой прикольный. Не знаю, у кого какое воображение. То ли лицо, смотрящее вверх, в середине носа, то ли фига. А он тоже Стоунхендж. Ну, я пока жду паром. Вот здесь пристань какая-то, она закрыта. Цветы растут. Нет, не пахнут. Отливов, отливов. Видно, ракушки налипали. Не знаю, не похоже это на наш паром. Хотя, кто его знает? Такие, такой древний. Я их не видел уже много лет. Может, на этом маршруте они и плавают еще. Вода такая бирюзовая. А вот лодка какая. Деревянная. Thank you.
матча тоже красиво смотрится. Spike Africa называется. А вот так цветут рододендроны. Вот. И здесь тоже. Заправка Shell. Но это для катеров. Еще одна пристань. Опа. И вон еще одна. Ух ты. Да, заправочный пирс написано. Вот так. Ну что, поеду я узнаю, нужно ли мне покупать билет назад или тут все включено. Туда и обратно. Бывает и такое. Сейчас узнаем. Сижу, жду паром. Объявили, что он опаздывает. Вот это я торопился. Можно было в американский лагерь заехать посмотреть. Приехал на полчаса раньше. Нет, теперь паром опаздывает. Вот так. Решил я вернуться сегодня пораньше. Вернуться, то есть как на ту сторону. То есть не ночевать здесь, а заночевать на той стороне. Поэтому сейчас выйду, либо остановлюсь там, где останавливался вчера, либо попробую доехать до Deception Pass. Это там, где мост, который я вчера проезжал между островом Уитби и островом Фидальго. Там тоже местечко, где я останавливался отдохнуть. Вчера тоже хорошее местечко такое. И думаю, там, наверное, заночевать. И если будет не сильно поздно, посмотрим, как опоздает этот паром, который сейчас плывет. Ну, так. Посмотрела на этот остров Сан-Хуан. Ну, что можно сказать? Так себе. Красиво посмотреть, да. Но недоступен. Вот эта красота, она недоступна. Ты едешь, останавливайся, фотографируйся на обочине. Везде стоят знаки эти. Они задолбали. Можно было сделать целый фотоальбом из всех этих знаков. Все они разные. Но фотоальбом я делать не стал. Поездил, посмотрел. День, больше дня тут делать нечего. Поэтому ночевать я здесь не стал. Единственное, что не успел, я посмотреть американский лагерь. Английский мы заехали, посмотрели, вот американский нет. Что ж, как-нибудь другой раз. Сколько там время? 4:10 показывает. О, на той заправке. А то не заправка, то просто пристань какая-то. Вон заправка дальше. Так не устал, физически нет, но спать хочется. Сейчас подремаю. Солнцем разморило. Обещали дождь сегодня, но солнце. Вообще, вот смотрю, везде облака. Вот. У нас солнце. Хорошо.
пошел дождь. Тоже, ну, небольшой. Так, моросит слегонца. Надеюсь, пройдет сейчас. Ну вот, а я подожду, еду на парк Deception Pass. Наверное, останавливаться не буду уже снимать по пути, потому что время уже позднее. А мне нужно еще найти место переночевать. Вот так еду. Вот он мост. Deception Pass. Пролив обманный. Течение там такое сильное, не знаю, видно отсюда или нет. А вот мне туда. Сейчас нужно будет переехать. Вот приехал я оттуда. Сколько я проехал, не знаю. Сдох будет. Ну так. Ну потом посмотрю, может быть, по карте разберусь. Я за сегодня поехал на острове Сан-Хуан. Для того внимания перестал шукать, потом совсем не получился. Поездил я с ним год, и все. Фигня такая. Вот, ну вон он мост. Я поехал вон туда. Понял. Да. Вот они места здесь. Ну что, неплохо. Совсем даже неплохо. Они все свободные. Лампочку выключить можно. По мосту проезжал. Так заметнее включу. Даже лучше. Нормально. Совсем неплохо. Вот такое место у меня, где я остановился. Вот. Полное уединение. Вон там озеро видно. Клюквенное вдали. Ну как полное. Вон там машины стоят где-то внизу. Ну, они внизу. Там кто-то костер жжет. Тоже в стороне. Ну а так, это мое место. Отлично. Пришел тут для велосипедистов. 5 мест. Вон еще одно. Там. В общем, их
их 5 мест здесь для палаток, но никого нет. Пока не сезон. На улице идет дождь, хороший дождик. Все вымокло. Вон сумки мои, очки. Это я их уже занес, когда только поставил палатку. Сейчас еще разогревал еду на улице там. Подождем, да. Отзвонился домой. Вот. Ну, занес сюда, потому что стол мокрый, который там стоит. Вот. Пью чай. Жду, пока заварится мой суп. Вьетнамский. Голодный. Очень проголодался я. Сегодня я толком не ел, так вот орехи. Что я там еще? Кашу сухую утром, днем поел, когда в гавани Роуч, то на Сан-Хуан острове, и все. После этого я не ел. В общем, мне понравилось, мне на острове сегодня. И я посмотрел по времени, по своим силам, мне нужно завтра вернуться домой. Вот, и все-таки решил я не ночевать там, а ехать назад. Вот я заехал Клюквенное озеро. Стоянка, которую я разведывал в свое время еще осенью, когда съездил сюда на север острова Уитби. А потом посмотрел тогда и заехал уже еще по пути, когда на остров Сан-Хуан ехал, тоже доехал, посмотрел, что из себя представляет здесь. Очень классно, мне понравилось сейчас. Тихо по сравнению с прошлой ночью. Очень тихо. Ну и соседей так рядом толком нет. Только лягушки квакают. Ну, вот и все. Нормальный день прошел, в принципе. Все хорошо. Еду домой.